Завдыпия действительно была несколько человек. Вы не хотите плевать на него? Но то, что творится сейчас... Да не взять его снимать. Пусть его не тратить деньги такие огромные. Вы можете выступать, она не может. Люди не получают ему заплатить за квартиру. Я патриот. Да она не Украина. А мы деньги тратим. Почему она может, а вы нет? Это сепаратисты. Они завтра же будут врагами нахрен. Скажите, почему вы можете сказать свое мнение? Она не может. Это сепаратисты. Вот так. Посмотрите, сепаратисты. Сепаратисты это все. Это все сепаратисты. Внутренние враги. Не лучше. Будет голодомор, не лучше. Голавливайте. Завдепия была. Это ужас. Люди приехали спокойно. Они мне еще показывают. На никаких плакатах обычная. Да не будет. Бабуля, даже Советского Союза уже не будет. И колбасы под воде. И мужики уже где, бабуля? Да. Вам надо раскачать всю ну давай мы тебя накинемся. А ты из нас? А ты Советский Союз? Кого били? Кого били? Им сказали, идите по домам. Я не голосовал. По домам сказали. Не надо качать ситуацию. Люди в масках. Тебя можно. А их не будет. Я всегда ходила с одной стороны. А ты просто европейскую современную страну строй. А ты здесь рассказываешь агитацию, ведешь против государства. Тебе право, тебе государство дало. Вот то бабушка 200 гривен красте на отрабатывайте похлебку своих хозяев, Питер и все остальные. Отрабатывайте. За 200 гривен уже приедет. Нет, то сейчас вы на выставке. Это же так. Они лучше спинка. Ну все они идентифицированы, мы знаем, где они находятся. Сейчас они потихонечку текают. А есть информация по поводу того, кто организовывал этот митинг? Ну пока разбираемся. Ну, очень разные мысли на этот счет. А местные были люди? Местных мы не видели. Скорее всего, приехали. Местные научены горьким опытом. Вот товарищи ищут приключения на свою пятую точку. Ага. А это в ближайшее время не уберутся, будет больно. Ага. Ага. Ну, отсюда не видно. Как вы не звали сюда Путину, Россию и так далее. Вот мы пришли, чтобы была стабильность в городе, чтобы все спокойно жили. Идите по домам. Не надо здесь собираться. Идите. Или гуляйте. А то будешь как пельмень в муке. Иди давай сюда. Идите, бабушка, идите к ресторану. Хороший денек, не порт настроение, себе и нам идет. Ресторан, иди. Я пришла к этому. Вы здесь побаламутили. Много заработали. Вы уже отработали. Ты мне давал. Иди. Ты мне давал. Я не дам на такие вещи. А что вы не додумали? Должно быть в душе и в сердце. А не деньги. Деньги не все. За деньги никогда не отстоят.
Выходи за то! Давай! Не видно, не видно. Да подождите, дайте человеку. Вот нафиг отсюда! Ира, я здесь, иди сюда. Посмотри этот самый стрим. Наверное, есть это пара. Блядь, тихонечко вывели, в милицию, блядь, и пусть едет. Тихонечко, давай, иди сюда. Тихо. Она не Запорожья, она Мелитопольская. Все, вы заберите. А не отдавай милицию, давай рвать ее. Я не езжу уже. Пусть я заберу. Они сейчас тут улегут. Пойдем, пошли. Он стал одним из канала. Долины нет, он был потом. Не надо. Что вся милиция сидит. Эти фронт надо. Нет, он после Майдана. Чтобы отловить ребят, молодежь эту всю загрузить в автобусы и точно так же отправить, чтобы избежать каких-то, скажем так, жертв. Эти люди спортивные, конечно, с Мелитополя. Да, это приехали молодые ребята, там, до 20 лет, вот, с перегарчиком. Вот это, они приехали сюда, я так понимаю, в качестве охраны вот этого мини. А кого сейчас держали? Сейчас завели во внутрь двух координаторов. Вот, вот эти две женщины, девушки, да, это координаторы этого всего движения. Насколько я понимаю, митинг был не очень высокооплачиваемый. Люди говорили, что не было даже 100 гривен. Поэтому вот такая вот ситуация. Все. А нет информации по поводу организаторов? Есть, по поводу организаторов есть. Это партия, вот эта женщина, которая координатор, она представляет партию левых сил. Вот. И якобы по их заявке был сегодня, должен был быть сегодня проведен митинг. Вот так. Нам пожилая женщина сказала, что по их информации сегодня даже влезли в тренинг. И не приехали попрощаться. Нет, это абсолютно неправда. Они начали выдумывать все, что угодно уже на подходе. У них в заявке была цель митинга указана. То есть, с какой целью они делают, зачем, то есть, кто. И место здесь. Да, собственно, и место здесь под мэрией. Поэтому никто с ним прощаться не собирался. Единственный вопрос возникает у меня, как у жителя города Запорожья. Почему жители Мелитополя и районов, прилегающих к Мелитополю, приезжают к нам сюда, пикетировать против сноса Ленина. У них есть свои памятники, пусть смотрят за своими памятниками, пикетируют свои органы власти по сносу. Почему они пикетируют именно по мэрии, а не у Ленина? Потому что горсовет принимал решение по поводу сноса памятника. Единственная задача их здесь была картинка о том, что есть масса людей не согласных с
действиями местных властей, что есть масса людей, которые еще любят пережитки Советского Союза. Вот. То есть это обычный шаг дестабилизации в нашем регионе, ни больше, ни меньше. Ваши дальнейшие действия? Вы сейчас идете искать эти спринтеры? Спринтеры сейчас уже ищут, вот, и ребят вот этих молодых из этих спринтеров тоже ищут. Я думаю, что в ближайшие полчаса их найдут, вот, и придут в милицию, дальше их посадят в маршрутки и отправят по домам. Скажите, пожалуйста, один автобус с митингующим уже отъехал, два автобуса уже забросали яйцами. Он тоже отъехал, сколько, да. Сколько еще? Еще осталось два микроавтобуса. Номера микроавтобусов у нас есть, это Mercedes и Volkswagen. То есть я думаю, что в течение получаса все решится. Ехал туда, стоят, думаю, работники, за что им еще деньги? Я сейчас возле мэрии. Сюда я кричала. Что, я фамилии вам должна называть? А вот там, что дальше, какие у вас... Да это патриотка Украины, ну что вы в самом деле? Она родилась на Украине. Ага, причем Ленин, причем Сталин. Ну тут записала я вам это самое. 1953 рік. Страйкували політв'язні по всьому Совєтському Союзу. Правильно. Норильську було вбито, правильно, 1500 чоловік. У Воркуті було вбито 500 чоловік. 54 рік. Кінгирі, Казахстан. Правильно. Було розстріляно, роздавлено танками 600 чоловік. Правильно. Із них 500 жінок в вишиванках. Ви це, да, знаєте, га? Знаємо, знаємо. Сильна знаємо, нація, яка знаємо, знає історію. Знаємо, знаємо. От я не вірю, що та дівчина з вищим образованням знає нашу історію.